Примерно через неделю после тизера с загадочной песчинкой, команда из NetherRealm Studios выпустила более конкретный намек на новую игру из серии Mortal Kombat. На этот раз видеоролик показывает, как часы отсчитывают время, а затем останавливаются на отметке 1, что кажется довольно красноречивым сообщением. Судя по всему, нас ожидает не 12-я часть, а перезапуск всей франшизы, которую подтверждает новая утечка данных, говорящая о том, что игра будет называться Mortal Kombat 1. Перезагрузка временной шкалы имеет смысл, если учесть, что по сюжету вся история была стерта до начала смертельного турнира из-за планов коварной злодейки, манипулирующей временем. В итоге Лю Канг стал богом и приступил к работе над новой временной шкалой. Концовка дополнения также показала, что Лю Канг готовится тренировать Кун Лао, который спас Землю 500 лет назад. Возможно, нас ожидает возвращение в 1500-е годы, где нам продемонстрируют более классические боевые искусства. Хотя наиболее вероятен современный сценарий. Нам не придется слишком долго ждать, чтобы узнать, какие именно формы примет очередная часть Mortal Kombat, поскольку ожидается, что игра выйдет до конца этого года. К тому же нам известно, что продукт будет мультиплатформенным, поэтому стоит ожидать официального анонса в самые ближайшие дни.